Смотрите «Воскресенье» за час до полуночи. Последнее слово. На Генассамблее ООН Барак Обама признал, что за время его правления Россия стала намного сильнее. Расследование РЕН-ТВ. Как террористы вербуют своих сторонников прямо из камер в российских тюрьмах. Скоро на полках магазинов появятся дешевые и вкусные продукты. И все они будут сделаны из одной биомассы. У Брэда Питта и Анджелины Джоли могут отобрать детей. Они так и не смогли создать для них полноценную семью. Россияне начали зарабатывать валютной мультипликацией. Мы засеем умным, добрым и вечным весь мир. Мы вместе с вами подведем итоги уходящей недели. В воскресенье в 11 вечера. Добров в эфире.